Давайте знакомиться. Не зря мы сегодня спрашивали у наших милых покупательниц, носят ли они блузы, носят ли они кардиганы. А как вам такой вариант, когда мы вам предлагаем и блузу, и кардиган, два в одном? И это мой выбор на сегодня. Самый что ни на есть оптимальный, я считаю, и в канун новогодних праздников, и вообще в каждом женском гардеробе. Нам хочется с вами комфорта, красоты и, конечно же, при этом еще и роскоши. И именно такое предложение мы вам и представляем. И это комплект Бриджит по невероятной блестящей цене. Размеры от 48 до 60. Вот такая большая линейка и три цвета на выбор. Давайте знакомиться. Давайте, я выбрала для себя синий цвет. Есть у нас, разумеется, черный с золотом. Вот такой вот вариант. Посмотрите, красота. Роскошный. Ну и классический, для тех, кто любит классические варианты, это черный блеск на черном матовом фоне. Прекрасно. Да, посмотрите, насколько он хорош. Вот это самый, пожалуй, такой сдержанный вариант, но при этом не менее привлекающий к себе внимание за счет такого мерцания, которое создает этот материал. Прекрасно, Лер, ну ты вот сказала, что этот комплект нам дарит и блеск, и комфорт. Как можно сочетать такие две, можно сказать, несовместимые вещи? Очень даже совместимые, Леночка. Вот ты знаешь, мне очень понравилось, что наши милые барышни, когда говорили, да, из чего они предпочитают вещи, да, в том числе назвали и трикотаж, и вискозу. А здесь у нас вискозный трикотаж. Вот, собственно, два в одном у нас с вами и получается. Ну и что мне особенно нравится, посмотрите, это действительно две вещи. Вот он кардиган, а вот топ. Причем давайте посмотрим на топ, давайте увидим, что он полноценный. Ты знаешь, вот, Лен, что мне нравится? Это не маечка на бретелях, это действительно полноценный топ с рукавчиком. Посмотрите, больше того, он еще и украшен вот такой же вот окантовочкой, как и наш кардиган, вот таким вот блеском. То есть мы с вами получаем две абсолютно самостоятельные вещи. И причем можем их носить тоже в разных вариантах. Можем топ носить отдельно, можем кардиган накинуть, например, на вечернее платье. Конечно. Как тебе такое? Да, разумеется, именно так и нужно поступать, конечно же. Причем и кардиган всегда пригодится в гардеробе, в женском уж тем более, особенно когда он нарядный. Лен, ну вот ты правильно заметила, с нарядными платьями, открытые очень часто у нас бывают платья, да? Самый что ни на есть оптимальный вариант. Ну и топ вот такой нарядный, смотрите, под жакет, под любой другой кардиган мы с вами надели и получили сразу же интересный комплект вот с таким вот украшением. Причем, чем мне нравится вот такая комбинация, мы легко можем сочетать и этот кардиган, и этот топ совершенно с любыми вариациями. Можем с юбкой, так как сделала, например, наша модель Татьяна, смотри, она выбирает юбку кружевное совершенство в черном цвете и черно-золотой комплект топа с кардиганом. Я бы сказала, что этот образ и есть само совершенство. Отличное сочетание, просто попадание в цель. Размеры, еще раз напоминаю, от 48 до 60. Но как же подобрать размер? Ты знаешь, Леночка, вот я должна тебе сказать, что здесь есть смысл выбирать на размерчик побольше. И я, и наша модель Танечка именно так и поступили. Все-таки кардиган у нас достаточно свободно должен сидеть, несмотря на то, что у нас внутри трикотаж. И трикотаж у нас, конечно же, хороший, вискозный, подтягивающийся. Поэтому можем не сомневаться в том, что топ точно подойдет нам по фигуре, так же, как и кардиган. Вот сейчас вам продемонстрирую. Смотрите, видите, как хорошо тянется у нас здесь материал на топе. Поэтому сядет, конечно же, по фигурке прекрасно. Но, дабы слишком не перетягивать себя, все-таки выбираем с вами на размер побольше. Прекрасно. Это значит, что мы можем позволить себе не только красоту и блеск, но можем позволить себе и комфорт, то есть чувствовать себя будем абсолютно свободно. А праздничные вечера – это же большие застолья. Мы можем спокойно употреблять, кушать наши салатики, тортики. И все это будет скрыто под нашим кардиганом, правильно я говорю? Да, именно кардиганом так и называется. Это верхняя накидка. Вот такой вот стиль. Причем, ты знаешь, чем мне нравится? Удлиненный, так. Больше того, очень правильного кроя, трапециевидный силуэт, V-образный вырез, который нам вытягивает зону декольте, а дальше вот та самая вертикаль, которая нас всегда с вами
устранит. Причем, если вы, наши прекрасные барышни, носите не только юбки, как наша Танечка, но и леггинсы, как это делаю я, то вот вам в том числе еще и один комплект. Такой кардиган прекрасно смотрится, весь комплект. И с леггинсами в том числе. Прекрасно, и кажется, что даже наша модель стала выше, и Лера стала даже выше. Стройный силуэт. И все это благодаря специально подобранному крою и линиям. Хотите быть стройнее? Выбирайте наше блестящее предложение. И не просто один кардиган, две вещи сразу. Это комплект Бриджит, блуза и кардиган. А что мне еще нравится, Лен, да, что этот кардиган очень легок в уходе. Так. Потому что это вискоза. Вискозный трикотаж у нас с вами в основе. Поэтому мы свой кардиган будем с вами стирать совершенно легко. Конечно же, на деликатном режиме при температуре до 40 градусов. И еще важный момент. Он не колется внутри, посмотрите, он такой же мягкий и матовый. Соответственно, мы с вами и в комфорте здесь уверены. И это прекрасно! Давайте полюбуемся на то, как этот кардиган хорошо садится по фигуре. Стрейчевый эластичный трикотаж в своей основе, который прекрасно подойдет и на верхний тип фигуры, и на нижний, и на песочные часы, разумеется. Разрезы по бокам подойдут для пышных бедер. Ну и, конечно же, отличная длина, которая позволит нам сочетать этот комплект с юбками, брюками, джинсами, с леггинсами, в общем-то, с чем угодно. Да я бы сказала, что этот комплект подойдет не только в ваш гардероб, но и отлично будет сочетаться с вашим семейным бюджетом, потому что сегодня за одну цену вы получаете две полноценные вещи. Это блуза и кардиган. То есть не нужно подбирать отдельно блузу к нашему кардигану. Вот совершенно ты права. Никаких головоломок. Мы все за вас уже придумали. Забираем свою блузу вместе с кардиганом.